уважаемые присутствующие, уважаемые одесситы. Все коммунальные службы работают в режиме повышенной готовности. Энергопоставляющие компании ДТЭК и Одесгаз, а также Инфокс Водоканал работают в штатном режиме. В координации с силовыми структурами муниципальные подразделения обеспечивают поставленные задачи по сохранению правопорядка в Одессе. Все коммунальные сооружения гражданской защиты по первому сигналу примут население. Все медучреждения работают в штатном режиме, однако приостановлена плановая госпитализация. Экстренная и ургентная госпитализация продолжается. Мы продолжаем пополнять резерв донорской крови. В 11-й городской больнице работает станция переливания крови. Я в очередной раз обращаюсь к одесситам. Несмотря на то, что привычный жизненный уклад нарушен, просьба проявлять выдержку, не поддаваться панике и помогать тем, кто нуждается в помощи.